Доброе утро. Всем привет. All the above. Всем привет. Так, у нас сегодня воскресенье. И у нас сегодня большие садовые работы. Так, смотрите, мы приехали в большой магазин, который называется в Австралии Bunnings, который торгует строительным материалом, садовым инвентарем, растениями, с мебелью для сада. И система такая: выбираешь онлайн то, что тебе нужно, или ты оформляешь доставку, как мы делали, они тебе привозят домой, $20 стоит доставка, или ты выбираешь, и называется click and collect, то есть ты выбираешь и подъезжаешь, и они тебе заявляют, что от 1 до 5 дней. Сейчас, секунду. Вот название магазина. Вот мы находимся на парковке. То есть от 1 до 5 дней вам придет email, когда вы должны приехать за своим товаром, за тем, что вы купили онлайн. Значит, мы заказали в субботу. Вчера Марку уже пришел email. И предлагался выбрать время. На каждого покупателя, на каждого человека по 30 минут. Вот. Значит, мы выбрали время с 9 до... Вот, наверное, наш идет. Вот мы с такой бумажечкой, Марк распечатал все. Вот этот парень нам везет, вот то, что мы заказали, Morning. Наш заказ. Yep. Thanks, mate. Cheers. Yes, please. Thanks, mate. Вот, сейчас он нам все погрузит в машину. Yes, mate. Там видно, не видно. Не oh, hang on. Sorry. Okay. Значит, к определенному времени. Вот мы приехали, все сейчас нам загрузили. Вот все машины, которые стоят, ой, впереди нас машины, сзади машины, с правой стороны. То есть каждому показывают, куда подъехать, встать. И работники вот так с тележечками выходят и в машину все загружают. Вот так сейчас у нас происходит. Это вот когда ты заказываешь онлайн и приезжаешь сюда забрать. Я считаю, что все очень организовано. Вот очень быстро, мы только что подъехали, вот они каждому в колясочке, так раз-раз-раз, вот видите, девочка идет. Maybe ask, maybe you need to put something inside, ask. Do you want to put that one in the back seat? Yeah. Yeah. Good on you, thank you. Вот цветочки он нам. Ой, ничего себе. Что-то он так шарашит. Okay. I think service is perfect, is yep, it, Dal? Absolutely. В общем, мы сервисом очень довольны, очень быстро. Показывают, вот видите, куда проехать, куда заехать. Никакой суеты, никакой толкотни, все организовано. Все, теперь у нас... Сейчас мы зайдем, еще купим в продуктовый магазин кое-какие на ужин продукты, и все, и мы можем идти в сад и работать с вами в саду. Так, вот еще мы что, чего сегодня заказали. Смотрите, вот такую вот подкормку для, написано, розы, гордыни и азалии, гранулы. Такая баночка. Так, потом... Так, вот это тоже розы, гордыни, азалии. Я так понимаю, здесь гранулы. Сколько? 3, по-моему, килограмма здесь, да? В течение 6 месяцев вот с водой здесь они растворяются, подкармливают, делают почву лучше. Так, это я потом буду этим заниматься. Сегодня у нас... Так, еще одну вот такую вот тригу новую купили, хорошую. Вот кто у нас здесь живет... Мне понравилось. Мы купили на задний двор одну, $17. И вот сюда, наперед. Так, лавандочку нам удалось отхватить. Вот такую. Смотрите, какие крупные цветы. Красные. Не красные, какие. Фиолетовые. Какую-то вот такую вот желтенькую.
Ну так какая-то кашка какая-то, ну хоть чего-нибудь. Потому что с цветами прям проблема, с растениями. Баненцы. А вот это вообще в одном горшке, смотрите, и желтые, и красненькие здесь. И они им пить хотят. Мы их вот сюда пока посадим, поставим, вернее. Что тут написано? Называется как? Называется вот так. Я потом еще покажу. Я просто сегодня, знаете, я проснулась даже сегодня в 4 утра. Я проснулась в 4 или в 5. Потому что, знаю, у меня такая работа. Я прям в саду. Знаете, я не знаю, сколько Марк мне поможет. Потому что я прям уже с утра с ним уговаривала. Пожалуйста, давай я тебе скажу, что делать. Ты потихонечку, только не нервничай. Ну, господи, хоть бы уже... Я хочу вот этот забор сегодня сделать, чтобы он немножко еще мне взрыхлил мотыгой. И забор сделать, хотя бы он мне камешки поднимал. Вот это вот мне надо сделать. Так, рододендром отцвел, та азалия белая отцвела. Красная цветет во всем цвету, красавица. И вот эта белая, которая у нас болеет, тоже начала цвести, но я ее накормлю. Я еще вот этим кормом ее и положу гранулы и полью, и она будет цвести. Ой, господи, ну, в общем, пожелайте нам, Марку, спокойствия и... В общем, пожелайте нам всего хорошего. Встретимся, когда мы что-то уже сделаем. Вот еще потинникс. Один я купила. 3 мешка по 20 килограмм. Это, знаете, что для... Ну, конечно, они не подъемные. Как они называются? Делать. Господи. Ну, как? Дренич-то. Ну, я не знаю, как сказать. Ну, такие гранулы, которые землю делают. Нет. Вот такой вот Путин микс, 2 мешка, и вот таких 3 мешка. Здесь гранулы, которые землю делают. Тяжелые, да, по 20 килограмм. Так, ну все, вот эту азалию хочу пересадить в угол туда наверх. Все, пока. Ой, столько я сегодня работы сделала. Марк мне, конечно, помог. Сейчас покажу, что я сделала. Так, вырвал мне вот этот цветок, выковырял вот оттуда сверху. Да, вот здесь вот все он мне взрыхлил с грехом пополам. Смотрите, как хорошо я положила кирпичики. Вот верхний ряд. Верхний ряд. Вот еще где сыровато. Вот здесь сыровато. И вот здесь, вот в этом месте. Ну, надо еще кое-где подложить сверху вот эти, потому что кончился раствор. Один мешок ушло на все на это. Завтра разведу еще один мешок. И вот эти кирпичики верхние, куда надо, еще подложу. Вот здесь надо тоже все будет вскопать. Завтра я, может, сама попробую. Или Марку уже дожду. Нет, сама потихонечку, потому что земля такая, знаете... Ну, мягкая после дождя. Вот эти вот, конечно, мне надо все спилить корни, этот нарост весь ужасный, страшный. Я его спилю. И будет нормуль. И сюда уже посажу. Вот завтра кое-какие цветочки высажу. А вот здесь сплошная глина. Здесь, конечно, земля белая. Сюда компост завтра посыплю. А вот там глина, ее надо все оттуда повычерпывать. Выковыривать, насыпать туда хорошей земли, компоста, и я там посажу хорошие цветы. А сейчас, конечно, оно видно, что земля вот прям сизая, ужасная. Ну все, сейчас я немножечко хочу кирпичики протереть их, и они будут красивее. Все, пока. Сейчас кирпичики губочкой отмыла от цемента. Смотрите, такие хорошенькие, красивые. Все, завтра доделаю еще верхний ряд. Кое-где доложу, чтобы ровненько было. По-моему, получилось очень хорошо. И щели надо затереть. Вот кое-какие затерла, но из-за того, что
Цемент кончился. Да, и вот здесь вот все положу, все сделаю. Ну все, до завтра. Здесь такие красивые цветочки ждут, посадим. Все, завтра посажу. Так, розы у нас расцвели. Красиво. Смотрите, девчонки. Какие розы. Вообще прелесть.